Концерт был организован в центре города для того, чтобы как можно больше зрителей могли услышать трогательные песни военных лет и проникнуться переживаниями наших предков. Десногорцы очень трепетно относятся к этому празднику и считают своим священным долгом помнить о роковых днях войны и рассказывать о них своим детям. Я думаю, важно, конечно, помнить, потому что нельзя забывать тех подвигов, которые совершили наши родственники, все в этом участвовали, все пострадали, вот и моя бабушка тоже. Знаю, что здесь были тяжелые очень бои, погибло очень много людей, но освободили, слава богу. Это очень важно, потому что ничто не должно быть забыто, и всегда мы должны помнить о том подвиге, который совершили наши деды, прадеды. Забывать о подвиге наших предков не то чтобы непростительно, это даже недопустимо, и обязательно нужно праздновать такие праздники. В этот вечер холодная и дождливая погода передавала атмосферу дней, полных мужества и отчаянной борьбы за освобождение Смоленщины от натиска немецких войск. Задача молодого поколения – быть достойными потомками наших великих дедов и прадедов, делать все необходимое для того, чтобы наша страна оставалась единой, крепкой, сильной и независимой. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.